Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 9-ю серию 2-го сезона сериала «Горячая точка» вы сможете в среду, 1 декабря, на канале НТВ. В ней вы узнаете о том, как во время обмена отец уничтожает ампулы и закрывает с собой дочь от пули. Жека с Татьяной скрываются. Сыч и Изотов на сходке решают, что Ведерников выпустит Бусыгу, ответственность за происходящее в городе свалит на Мурина. Хасанов просит отца найти для Жеки хорошего адвоката. Тот дает телефон Ирены. Она назначает Жеке встречу, рассказывает Ведерникову. Менты решают Жеку живым не брать. Рая, узнав, что на сына вешают убийство, еще двоих кавказцев приходит к Ведерникову. У нее в сумке граната. А что из этого будет? Вы узнаете в очередной 10-й серии.